Веруй в Аллаха, даже если все люди на земле обратятся в неверие. Заблудший не навредит тебе, если ты будешь на истинном пути. Сегодня ведется война против тех, кто исповедует настоящий ислам. Ислам одерживает победу своей истинностью. Это то, что узнали сподвижники от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Затем совершали дела в соответствии с этим и добились успеха. Сподвижники не собирались вместе, чтобы смеяться или распевать песни. Не удивляйся, когда будешь читать, что когда задевали религию одного из них, их лица менялись в цвете, лишь по причине их любви к своей религии. Твоя религия – это то, из чего состоит твоя плоть и кровь. Все может измениться, кроме религии. Не играй со своей религией, или же окажешься среди тех, кто потерпел наибольший убыток. Живи религией, чтобы умереть.